Они обсудили перспективные направления совместной работы между Словакией и Кубанью. Общей точкой роста может стать винный туризм. В станице Натухаевской уже есть винодельческое предприятие со словацким капиталом. За последние 2 года торговый оборот увеличился в 6 раз, но тем не менее я считаю, что это недостаточно, потому что сегодня он составляет 13,2 миллиона долларов. По сравнению с товарооборотами из других стран, это у нас, наверное, самый маленький товарооборот, поэтому здесь есть над чем нам работать. Мы должны дать возможность нашему бизнесу, российскому бизнесу из нашего региона узнать, какую продукцию, какие товары может предложить сегодня Словакия на наш внутренний региональный рынок. А для этого, конечно, нужны какие-то действия. В первую очередь, наверное, нужно подумать о создании какого-то торгового дома Словакии в Краснодарском крае. И вот здесь это уже будут реальные шаги для того, чтобы мы могли говорить об увеличении торгового оборота. Для нас очень важно и развитие регионального сотрудничества, поэтому для меня было очень важным приехать сюда, в Краснодарский край, который является одним из самых значимых и более развитых с огромной инфраструктурой в Российской Федерации. Вениамин Кондратьев, пользуясь случаем, также пригласил полномочного посла Словакии в России на инвестиционный форум в Сочи, который стартует 15 февраля.